Овна, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на апрель месяц. В начале, в середине, в конец месяца. И, конечно, мы посмотрим карту совета для вас в конец месяца, что вам высшие силы советуют. Как себя вести на протяжении всего месяца, да, как вы, может что-то остерегаться, может что-то вот, ну, как-то какой-то совет для себя. Первая карта для вас, мои дорогие, это карта мира. Карта мира показывает для некоторых, может быть, касается тема какой-то, ну, путешествия, какой-то дороги, да, здесь как-то показывает, что какое-то окончание, да, завершение может быть. Для некоторых, может, эта карта говорит то, что вы должны сохранять уже в начале апреля свой мир, да, свое пространство, да, сохранить то, что вы имеете на сегодняшний день, да, не разрушать еще сильнее, да, постараться оберегать то, что у вас есть. Давайте посмотрим следующая карта и что это касается на начало месяца. Карта семерка мечей. Семерка мечей показывает то, что может быть то, что есть люди, которые, знаете, как энергетические вампиры, да, когда вы, может, рядом с ними общаетесь, разговариваете, у вас такое состояние, что вы, ну, у вас силы не хватает, да, у вас какие-то головные боли, да, постарайтесь остерегаться уже в начале апреля от каких-то таких людей, да, здесь может быть ну, может, два человека, которые вам так, ну, трудно, вот, когда вы с ними вот общаетесь, да, когда вы рядом, но здесь как бы постарайтесь сохранить, да, не допускать рядом таких людей вот на протяжении всего месяца, да, даже это уже у вас и в начале говорится, что вы должны понимать, с кем вы общаетесь, с кем вы дружите, в каких отношениях, да, может быть, даже в отношениях то, что есть предательство, и вы как бы можете, вы знаете, но пока не хотите вот эти отношения разрушать, да, пока вы думаете, что все-таки стоит дать еще шанс. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Карта Туз Пентакли. Да? Туз Пентакли может сказать для некоторых, что это может какие-то рабочие моменты. Да? Может тоже касаться, что здесь, может быть, были обманы, хитрости, да, по поводу каких-то документов. Да? Но здесь как-то завершается уже в начале. Да? Здесь показывает, что как бы окончание. Да? Вот это завершается в вашей жизни. Здесь еще хочу сказать, что обращайте внимание, мои дорогие овны, на ваше здоровье, на начало месяца, потому что здесь как бы уход энергии, да, уход ваших сил. А эта сила может касаться то, что есть люди, которые впитываются в вашей энергии, да, вы можете рассказывать свои какие-то цели, да, достижения, и это люди как бы не очень нравятся, да, как бы это зависть вот со стороны людей. Давайте посмотрим в середине месяца, что вам вышло. Силы говорят, это девятка мечей. Девятка мечей — осознание. Даже если это болезненно, даже если это люди, которым вы сильно доверяли, даже если это в тех отношениях, когда у вас было доверие, да, постарайтесь вот осознать, да, с кем вы хотите дружить, с кем вы хотите общаться, с кем вы хотите, какие отношения у вас должны быть, да, и постараться дать себе шанс больше вот вкладываться в себя, а не дать вот в эту энергию другим людям, да, не дать вот это, знаете, возможности, чтобы они впитывались вот эти ваши хорошие, да, вот то, что у вас есть на сегодняшний день. Давайте посмотрим карта на середине, вторая карта, это тройка мечей, да, тройка мечей, поэтому и говорит осознание, да, чтобы вот потом для вас не было это болезненно, да, для вас это правда, которая откроется, может быть, на середине, вот это она может быть болезненной, да, для некоторых, которые имеет уже стабильное, может, это семейное, может, узнается про какую-то, да, измену, да, третий человек в отношении, да. Для некоторых здесь может быть, если вы находились в отношении, вы можете узнать вот на середине уже апреля, что человек не так честный с вами, да, человек все-таки имеет какие-то тайны, какие-то, ну, какие-то секреты, да, которые бы он скрывает, да. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие, это карта четверка кубка. Четверка кубка говорит о том, что вот
даже если вы узнаете, да, для некоторых может это касаться, что узнает какой-то правды, поэтому будет вот такая потеря энергии, да, разрушать из себя, да, потому что здесь очень болезненно, да, потому что для вас как бы это, ну, может, вы не ожидали это предательство от человека, от людей, которые вы так сильно доверяли, которые вы допускали рядом с вами, и у вас это вот на середине будет это депрессивное, пустотное, да, состояние. Да, для некоторых я хочу такое сказать, что эта карта еще говорит о том, что если сказать на энергетический уровень, если вы сможете, вот какая-то чистка, да, для себя, потому что в таких моментах может себе помочь, да, есть возможность, если вы сами поймете, что у вас что-то происходит, да, конечно, здесь карта Туз Пентакли, конечно, обращение к людям, которые, ну, вы сможете эту чистку как бы сделать для себя. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Что вам высшая сила подсказывает? Шут, обнуление, обновление энергии себя, души, да, дать себе новые возможности, да, даже если у вас такое будет состояние, что вы не знаете, да, на тот момент, куда вот вы идти, даже через эти пропасти, да, даже через новые какие-то возможности, вы должны это делать, да, поэтому и говорится, что для некоторых, может, это очень поможет чистка, да, и у вас обновляется энергия, да, ваша душа даст себе новые, да, здесь это как бы, знаете, у вас пойдет с чистого листа, да, что-то новое. Давайте посмотрим следующая карта, что у вас это будет на конец месяца. Это карта четверка жезлов. Четверка жезлов говорит: доверяйте себя. Не думайте о других людей, доверяйте себя, гармонизируйте себя, вкладывайте себя, да, новых знаний, новых каких-то возможностей, ставьте даже для себя новые цели, да, какие. Для некоторых, как я сказала, что эта чистка пойдет вот во благо вам, потому что у вас пойдет и чистка, и гармонизация, да, у вас будет новые возможности в вашей жизни, да, как трансформация пройти. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советовали, да, как себя вести. Что вам нужно сделать вот именно на апрель месяца. И карта совета: не отпускать руки, бороться за свое. Даже если вы горите изнутри, даже вы понимаете, что что-то, какие-то перемены вам тяжело пройти, да, не отпускайте руки, да, распускайте новые себе крылья, потому что только через преграды, через какие-то трудные ситуации вы сможете менять себя, вы сможете дать возможности построить новые отношения, построиться на новые работы, да, что-то, то, что это ваше, да, никогда, знаете, когда идет черное, как мы говорим, черная полоса, всегда она идет, после нее меняется все, да, это трудно, болезненно, но все-таки не нужно отпускать руки, да, здесь очень для вас, как очень много жизненные уроки, да, очень много препятствий, когда вы падаете, поднимаете, падаете, поднимаете, поэтому и высшие силы говорят: идите вперед, идите к своим цели, даже это если больно, даже это тяжело, руки не нужно отпускать. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.